ликвидировали последствия столкновения пассажирского и грузового поездов в ходе межведомственных пожарно-тактических учений в областном центре. Согласно легенде, на железнодорожной ветке, проходящей в районе микрорайона Биробиджан-2, столкнулись два состава, из-за чего с рельс сошла цистерна с нефтепродуктами. Произошел их разлив и воспламенение. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные биробиджанского гарнизона. Одновременно с тушением грузового состава необходимо было оказать помощь и эвакуировать пострадавших. Учения состояли из трех этапов. Первый этап – это спасение людей из железнодорожной цистерны. Второй этап – это охлаждение опрокинутой цистерны с целью избежания угрозы взрыва и тушения пожара воздушно-механической пеной. Третьим этапом проводились восстановительные работы силами «Экоспас» и восстановительного поезда. Совместно со спасателями и пожарными ЯО в учениях приняли участие сотрудники аварийно-спасательной службы «Экоспас» из Хабаровска, медработники и полицейские. Активное содействие в устранении последствий аварии оказали работники российской железной дороги. До нас лежало восстановление, цистерны, установка тележки, которая в сходе была. Установка ее на путь и установка, соответственно, после того, как потушили пожар, после того, как загерметизировали отверстие в цистерне, значит, наша задача была установить ее на путь для дальнейшей транспортировки, с перегона. Всего к учениям привлекли несколько десятков человек личного состава причастных служб и подразделений. Со станции Биробиджан-1 к месту аварии прибыл пожарный поезд. Участвуем в ходе тренировочных учений в составе Главного управления МЧС России по ЯО. Выезжаем на наши тренировки, выезжаем также на учения, на занятия, отрабатываем нормативы. Все делаем то, чтобы поддерживать себя в боевой готовности. Подобные учебные мероприятия с привлечением нескольких разных ведомств проводятся регулярно. Отрабатывается взаимодействие на всех уровнях. От умения анализировать информацию и быстро принимать нужные решения руководством до командной работы в эпицентре происходящего. Каждый из задействованных сотрудников должен четко знать свои обязанности и выполнять свое дело. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21.